Всем приветствия! Сегодня у нас небольшой обзорчик на Endzone. Это такой градостроительный постапокалиптический симулятор, который выходит сегодня в Стиме вечером. Поэтому в 7 вечера по Москве будет стримчик. Приходите, кому интересно посмотреть. Потому что сейчас оповещений все еще не высылает у нас в основном YouTube. Поэтому приходите напрямую целенаправленно. Вот так. И пару слов теперь о интерфейсе, геймплее, что нас здесь ждет. Во-первых, ресурсы. Ну, здесь все более-менее стандартно. Вода, еда, дерево, лом. Лом добываем из всяких вот таких вот свалок. Бывают даже заброшенные всякие домики, какие-то городишки небольшие. Карта довольно он большая, можно тут смотреть. И собирать лома, в общем, хватает, если что. Так, далее у нас инструменты. Инструменты у нас крафтятся для работы. Всем людям, видимо, нужны. Есть разных типов, там металлический, более прочный, все, и все быстро ломается, заканчивается. Так же, как и защита от радиации, повязки, маски, там эти костюмы, портной делает, например. Лекарства собираются у нас в лесу, травник там какой-то есть. Далее идет вот ткань, металл, пластик и электроника. Это все не собирается, а сортируется из добытого нами лома специальными постройками. И дальше уголь, это, соответственно, переработка дерева. Все в этом плане просто. Дальше у нас идет здесь вот профессии. Мы переназначаем по ходу. Балансируем то, что нам нужно. Сколько куда назначить. Ну, когда постройки строим, естественно, все это открывается. Тут можно вот увидеть все, кто у нас есть. Свободные поселенцы, вот строители. Ну, и тут все идет так далее. Не вижу смысла сейчас все это перечислять. Дальше у нас, ну, лимиты производства, ресурсы, статистика. Все понятно, ничего такого интересного. Здесь какие у нас есть постройки. Водяные постройки, ну вот на этом квесте как раз быстренько посмотрим в конце. Дальше пища, поле, плантации, мы вот засаживаем, выбираем какой ресурс там выращивать. Рыбак, собиратель, охотник, ресурсы, ну вот свалки добывать, переработка лома, портной, аптека это вот добывать вот эти вот как раз, что я говорил, лекарства. Мастерская, инструменты крафтить, угольная печь, я думаю, само за себя говорит название. Домиков у нас вот пока что три типа. Общественный костер там для развлечений, сборов населения, пивная, больница, кладбище, школа, метеостанция, логистика, дорога, склад, рынок, электричество, на солнечных батарейках у нас все будет работать, лэп. Ну и все, вот пока что вот так. Так что здесь у нас можем смотреть загрязненность радиации, вот зелененькие зоны. Либо если дождь чистенький идет, или как-то она сама вычищается со временем. Если зона какая-то не прям рядом с базой. Ну, здесь можно вот зачистить вручную с помощью, например, вот так вот взять. Оп, там, убрать радиации, к примеру. Назначить свободные жители, пойдут этим заниматься. Дальше еще что есть у нас тут. Это мы можем смотреть зоны увлажненности почвы. Например, вот красненькая, если где, то это значит, там у нас не будет ничего расти, растения будут умирать. Ну и дальше, чем более увлажненные, тем быстрее будет созревать растения наши. Дождевые облака, ну это тоже. Если пунктир, значит дождь пойдет, все увлажнится, все будет нормально. Так, теперь быстренько пройдем пару квестиков. Так, вот у нас задача, например, цистерну построить и мостки, ну, чтобы добывать воду. Вода, ставим мостки, это, ну, понятно, на воде. Периодически вода высыхает полностью, засуха, то есть водоем вообще пустой. И, соответственно, нужно запасаться водой, можно дождесборники строить, чтобы с него воду носили в этот период. Колодцы, ну, и все такое. Например, цистерну сейчас мы построим. Оп, лучше, я так понял, вообще в упор ставить. Я когда попробовал, построил далеко, и как-то лишнее расстояние бегают жители, какой смысл водоносы. А так они будут прям носить сразу. Потом можно либо построить вот водонапорную башню, она, например, чем отличается, что там можно угольный фильтр ставить, от радиации очищать таким образом, и если подвести электричество, написано, производительность увеличится очистки воды, ну, вот так. Можно либо проапгрейдить, вот, либо построить отдельно. А вот, да, ставим, теперь же нам надо назначить строителей из свободных людей. Пускай все идут займутся этим делом, пройдем квест. Мостки, цистерна, оп-оп-оп-оп-оп. Все построилось. Назначаем водоносов теперь 5 штук. Поехали, например. Нам надо добыть 100 водички. Вот они сейчас побегут, будут таскать. И днем, и ночью, да, работают. Вот у нас пошел прогресс. Оп, все, водичка добыта. Дальше строим поле. Ну, в общем,
Дальше уже что? Что смотреть? Это уже будет, грубо говоря, прохождение. Это будет вечером. Так что, кому интересно, еще раз говорю, приходите в 7 часов вечера по Москве. Будет стрим Ченский. А так вот, краткий обзорчик на игру, в принципе, понятно же, я думаю, что она уже из себя представляет. Вот так. Все. Удачи всем.